Ну, в общем, всем привет, друзья, это видеоблог «Две хаски». Приехал сегодня на Аку, тут вот познакомился с рыбаками на берегу. Меня тут немного обучают рыбной ловле. Люди вот ловят в проводочку, а я буду ловить сегодня на фидер. Сейчас вот замешиваем прикормку, смешал две прикормки. Одна у нас темная такая, другая светлая. Ну, аккуратно понюхаем. Запах такой какой-то фруктовый. Нормально пахнет. Так что сейчас будем рыбачить, ребят. Тут у них вон домик, столик. Здесь сейчас буду ставить еще одну будку. Ее снесло, видимо. Как-то познакомились, сейчас даже помогу им поднести. А сейчас мы пока еще ничего не кормили. Решеточку мы пока вот так положим. И мы, наверное, приберемся. Трэпер лещ тут ловит. Нормальные ребята. Опа. А то некомфортно ловить-то в такой свалке-то. Сейчас ливанул такой ливень просто. Ехал, сверкало. Ну вот, как раз пока ждали, пока ливень пройдет, и познакомился с Владимиром. Пошел за телефоном, в машине забыл. А я пока решил прибраться тут немного. Слишком грязно. Вроде зарыгут. Поставим пока. Ну, водичка. Нормалек. Все, приберемся немного. По красоте, чтобы все было у нас с вами. Фух. Так. Нам не нужно. Это я оставлю для лещей. Еще одна бутылка. Какая-то, блин. Что придет? Я его принес от машины. Не, оттуда. На машине. Ну, не в поле обработки. Заедите, обработки. Культиватор. Погодка-то какая? Ну, хоть и гроза была. Опа, иди сюда, блядь. Да я вижу, да я вижу. Думаю, да ладно, убежит. Ничего себе, какой нормальный. Ну так, приятно с ним. Поплыл? Он за дедом пошел. И не за бабкой. Сейчас он пожалует, скажет там это. Из воды вытаскивает. А поводок у вас какой стоит? 0,12. Латвичка, да? Латвичка попалась. Насало что-то не хочет. Насало рановато, да. Рановато, да? Ну, сейчас на опарыш попробуем. Утепляй и накину. Ты знаешь, за килограмм плотва. Ничего себе. О, кто-то есть. Да. Опа.
считай, первая моя рыба на фидер. Маленький, но приятный. Блин, ну вот первая рыба на фидера. Кайф. А на что? На опарышем. Все, все, я понял. Да, да, да. Да это просто эмоции, первая рыба. Хоть и маленькая. Сейчас. Они, потому что, знаешь, вот когда холодно, пулень старенький, там, у нас печка топит. Ну да, тут у вас вообще можно реально на месяц приезжать. И на два. Что-то тут все надо согрести, да? А, граблями сейчас. Вот это крупные ветки туда. Она вот сюда сейчас грести, это крупные. Сейчас собрать. Сюда вот, старушку. Добрый день, Юра. Николай. Очень приятно. Клюет, клюет, клюет. Дальняя. Ну что? Кто-то есть, да. Ну, чуть поболее, мне кажется. На сальце, да? Да. Взял. Ах! И я упал. О! Нормально она меня зарядила. Есть. Да. Учусь. Оп. Тут это. Пока, блин, только привыкаю к этой ловле. Я просто по зимней, как бы очень люблю зимнюю рыбалку. И зимнюю у меня так. Вот, а летняя, блин, пока для меня это вообще что-то. Да, у нас и летом, и зимой, блядь, из дома выгоняют. Все, уголька сделаем. А, прям пшонка Геркулес, да? Каша такая. А ты, наверное, покупную хуйню? Покупную, конечно, а что я? Не, я так ловлю, но карася люблю ловить. Я делаю пшонку Геркулес. В конопле запариваю еще, ну то есть добавляю конопли. Мы конопли не трогаем. Мы конопли не трогаем. Они вон, они сгнили, вообще что там, сухая юбка. Ну да. Пятый год. Херащи, купаты. Да, пятый год. Серьезно. Да это что это такое огромное? За колбасень такая. Сейчас мы их порежем. Привычка. А это беседка, да, будет такая, типа? Шатер? Вот такая же, да, будет? Да. Но красивше. Ну, уже видно, что тут такие колья. Ну, конечно. Красивше, чем его. Не, перебор. Вот, вот, да. Еще ниже чуть. Еще ниже. Еще чуть-чуть. Вот, вот так вот. О, на. А, карандаш. Я строитель или хрен с собой. Не низкой будь. О, клюет на дальнюю. Опа.
Да, пойду посмотрю хоть. Да, да, да. Такой же, да? Стравливай даже. Нет, я не стравливаю. Просто резко я не делаю движение. Даже не... А, он попался. Забагрил. Вот это вообще джекпот просто. Ну, такое, да, поболее даже немножко. Хотя такой же, может. Ё-моё. А вот так, да, сало насаживать на кончик, да, получается, или как? Ну, просто туда одеваю. И его. Все, да, просто пофигу, жало торчит, не торчит, да? Не, жало свободное. Вот как она есть, вот так. А, вот так, да, я понял. Да нет, Коль, вы отрезали. Это те несутся уже, которые ты в прошлом году покупал куры. Они все несутся, и те, и прошлогодние, бля. Гуси, бля, почти. Да, как гуси, блядь. А вот эти какие-то они как-то называют? Ну, маленький. Не-не, есть, есть. Да-да-да. Не-не-не. На червя. Нормальная такая. Тоже подербаним сейчас. А эти что, сготовились? Да, они готовы. Они 100% готовы. Да? Да. Подъезжаем, да? Подъезжаем. Я его в жизни не ловил.
Оп, с негром, кстати. За подвесо делаю. Да. 3.10. Хватит на два пуска. Значит, а? Должно быть 6.20. Отдам. Ну что? Выводи на это. Не бери в воде. Ты так рискованно берешь, блядь, залез. Не говори, блядь. Я не знаю, как это брать. Ну на берег выведи. Выведи, да? Неправильно, но лови. До середины. Там, доска. Не, вот доска, все, чтобы в середине была бы она. Чтобы там можно было доску. Все, ну вот так. Вот и все. Ровно. Ну вот. Вот это покороче вроде. А была только что, отпиливали же. Да нет, он сейчас будет. А, сюда? Все. Ну так, да, удалось немного, ну да. Оп, густерка опять. Но она там стоит. Там, мне кажется, наживку поменьше, и можно ее ловить. Она клюет периодически. В общем, ребят, такая рыбалка получилась. Половили, побывал в их такой маленькой жизни. Построил, помог немного, прибрался. Ну, рыбку поймал. Короче, рыбалка, да, действительно такая прикольная. Люди тут действительно живут месяцами. Вот, у них там и телевизор, и печь, все у них хорошо. Ладно, время 2 часа дня, на улице просто мрак, жара стоит, не знаю, градусов, наверное, 30 по ощущениям. Поеду проводить время с семьей, монтировать это видео. Так что ставьте лайки, если вам понравилось, подписывайтесь на канал обязательно, и ни хвоста, ни чешуи. Делайте как мы, а лучше, пока.